На машине или на... А, она тоже на машине? А, у вас две машины в семье? Круто. Забавно, супер. А у тебя что за машина? Что за машина? Kia. На корейцах? Ну, вот вы и сошлись. Все решает, видите, автопром корейский. Хорошо. Вы счастливы сегодня? Будьте счастливы всегда. Я вам желаю любви крепкой. Берегите друг друга. Любите, уважайте, цените. Идите по одной дороге. Смотрите в одну сторону. Умейте слышать и слушать друг друга. Никогда не предавайте друг друга. Хочу вам пожелать только одного, чтобы вы в своей жизни никогда не теряли диалога друг с другом. Потому что это, наверное, самое важное – говорить, слышать и обсуждать все, что вас интересует. Чтобы никто не догадывался о том, чего нет, не придумывал, не надумывал, и чтобы были внимательны друг к другу. Всего самого-самого наилучшего. Здоровья. Всего, что вы хотите.
желаем вам всегда шагать по жизни рука об руку, глядя друг на друга влюбленными глазами. Будьте добры и бережно относитесь друг к другу. Самый ответственный момент. Макс, привет. Докладываю обстановку на 21.46 5 июня. Мы сегодня должны были поехать за платьем. Это была самая основная миссия. Мы мотаем сейчас, покупаем алкоголь. И Настя сейчас говорит, блять, мы платье не забрали. Это первый ответственный момент, да. Это было здорово. Я был сам в шоке. Но я думал, ладно, сегодня утро миновало, все должно было быть хорошо. Мы так вроде посмотрели, созвонились. Я говорю, ребят, не переживайте, все будет тип-топ. Ответственность номер два. Макс, чтоб ты понимал, мы выехали в ЗАГС и забыли в Барвихе букет. Возвращаемся обратно. Боимся опоздать в ЗАГС. Просто база. Но нам нужно признать, это не мы забыли, а фотографы, видеографы его туда-сюда таскали. Значит, фотографы и видеографы, да, виноваты? Ребят, все претензии к ним. Но я думаю, все равно стоит это аплодисментами. Да, вы подождите. Знаете, какой был у нас момент? Макс, что делаешь? Спишь три ночи? Я говорю, ну, отдыхаю. Слушай, а мы придумали, а можно эту песню, пожалуйста, в три ночи? Ты ее прослушай, она классная. Ребята, у меня малой спал, я бы прослушал ее. Я ее на утро только послушал, но это ладно. Поздравляем вас от всей души с этим событием. От души желаем вам всего самого доброго. Любите друг друга, берегите друг друга, несите, пронесите вашу любовь и ваши чувства, которые есть сейчас, через всю вашу жизнь. Любите долго, живите счастливо. Ну и, конечно, потомство, чтобы детишки у вас были. Я был на самом дне, когда нашел тебя, и холод исчез. Ты моя путеводная звезда, слышишь, ты будто с небес. Я не забуду обещаний, что друг другу дали, пускай года идут. Я знаю, что с тобой точно крепче стали, родная, я тут. Только посмотри на нас теперь. Ты верила в меня, и мы прошли сквозь эту дверь. Вижу, ты гордишься нами, и я иду в банк. Ты мой прикрываешь тыл, а я валю вперед, как танк, моя буни. Я навеки твой, ведь ты же помнишь. Я согрею твои нежные ладони, да. Где полная луна на небосклоне, да. Моя буни, это только наша с тобой жизнь, да. Остальное фон, да. Я полна назад, и я ставлю все на кон. Моя девочка огонь, видишь, это не секрет. Да, я тоже не святой, твоей душе оставил след. Моя и маме йога, суета на стоп, да. Дай мне свою руку, чтобы погорели топ. Моя девочка огонь, мы готовимся на... Значит, любви, много деток. Чтобы вы всегда помнили о том, что отношения людей — это взаимные компромиссы, всегда компромиссы. Как только нет компромиссов, нет взаимопонимания. Необходимо что понимать? Необходимо о чем думать? Необходимо любить друг друга всегда и доверять друг другу. Никогда не обманывать. Классная песня!
Песня моя любимая. Максим, знаешь ли ты? Я так понимаю, вы умеете ее петь? Попозже, попозже. Еще мало, да? Окей, я не буду настаивать, тем не менее. Тебя хочу добавить, чтобы вы нашли взаимопонимание между собой и оставались также еще друзьями. Отдельное спасибо Максиму. Я думаю, все его поддержат, то, что он был на высоте сегодня. Спасибо вам, а впереди торт. И сами понимаете, что... А давайте еще раз поддержим Макса. Он же реально крутой.